Анонс и точно дата выхода пятой серии второго сезона сериала «Мир, дружба, жвачка». Пятая серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 31 мая. В новом сезоне мы увидим, как действие происходит ровно через год после событий, которые были в первой части. В 1994 году страну захватила волна финансовых пирамид. Заводы постепенно переходили в частные руки, а также были криминальные группировки, которые держали в страхе российских жителей. Рябинины по чуть-чуть стали отходить от событий, которые произошли прошлым летом. Отец Саньки все так же в поисках вдохновения и работы, а вот сам главный герой, узнав о неверности матери, со скандалом уходит из дома, не собираясь больше терпеть угнетающей атмосферы в семье. Женя возвращается из Германии. Однако встреча с Саньком происходит совсем не по тому сценарию, который она рисовала в своей голове. Вовка всеми силами пытается подзаработать, чтобы прокормить не только себя, но и отца. А Илья нашел себе девушку по имени Каладриэль, стал толкинистом. Взрослые пытаются выбраться из личных проблем, не зная о том, что их снова ждет серьезный удар – экономический кризис. А подростки за этот год повзрослели. Теперь у них свои заботы и проблемы, с которыми они худо-бедно справляются самостоятельно. Напомним, пятая серия второго сезона сериала «Мир, дружба, жвачка» выйдут на телеканале ТНТ 31 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.